Южный циклон нанес снежный удар этой ночью. Многим водителям пришлось буквально откапывать свои машины с утра, чтобы выехать на работу. Коммунальные службы Рязани переведены в режим повышенной готовности. В круглосуточном режиме проводятся работы по очистке дорог и тротуаров нашего города. Ночью было задействовано 88 единиц техники, на настоящий момент 108 единиц. Работы проходят также в ручном режиме по очистке пешеходных переходов, тротуаров, остановок общественного транспорта. Работы будут продолжаться и сегодня, и завтра, до того момента, пока город полностью не будет очищен от снега. Спецтехника работает по всем районам города. Задействованы самосвалы, погрузчики, бульдозеры. Тракторы-щетки расчищают тротуары центральных улиц и общественные территории, а подрядчики вывозят снег. Мы готовимся и готовы всегда к выпадению осадков. Да, в ближайшее время по предварительным прогнозам ожидается еще один снежный заряд. Примерно через сутки, если прогноз оправдается. Несмотря на то, что это выходной, выход на работу планируется в полном составе. Люди будут работать всем и при необходимости убирать город. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим. Пешеходам также необходимо быть внимательными и аккуратными на дорогах. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».